Parce que le chai, c'est si à vache doux. My favorite thing. Это какую музыку для нашего шоу пишут. Каждую неделю новая музыка. Наша музыка бухарская. Столько хороших новостей. Скоро у нас будет студия, где я буду готовить, достраивать нам кухню. Я так рада. Будет прикольно. Будем на своем канале Ходухат. Короче, такие новости прям. As I said, Майкл Восток, ты genius, Боши и Лёй. Всем спасибо моим друзьям за то, что они всегда поддерживают мое шоу, пишут музыку, делают фильм, делают рекламу. Очень приятно. Давайте начнем. Сегодня очень интересное блюдо, которое я делала не раз. И все, кто у меня ее ели, были в восторге. Мы сегодня будем готовить рыбку по-итальянски. Что такое рыбка по-итальянски? У нас для этого есть портабелла машрум. Машрум – грибы. Портабелла. Перевод больше не знаю. Такие большие грибочки, которые я очистила от кожи. Я чистила. Можете не чистить, просто помыть. Кто как желает. Вот у меня 4 здесь красивые грибочки. Что мы для этого делаем? Берем миску. Добавляем соя-сос. Где-то 4-5 столовых ложек обязательно. Сюда обязательно поставим один чесночок через терочку. Так, наш чесночок. Один зубчик хватит, достаточно. Много не надо. Дальше. Оливковое масло. Соль здесь не нужна, потому что соус соленый. Если не соленый, можете добавить соль. И мы выжмем немножко лайм. Actually, знаете что? Немножко кожурку потрем лайма. Она такой цитрусный вкус дает. Класс получается. Так. Вот эту цедру мы сюда сделаем. Потом чуть-чуть выжмем лаймончик или лайм. Остальное мы выжмем на другой маринад. Такой маринад получается. Вкусно пахнет. Положим наши грибочки. И пусть они там маринуются, купаются в океанчике или в Черном море. Можно сказать, так как соус у нас темненький. Так чтобы обязательно везде маринад попал. Если мало, сделайте побольше. И оставьте в сторону. Дальше. Берем вторую миску. Вторую миску. Также мы наливаем соя-сос. 4-5 столовых ложек. Я делаю на глаз, я уже знаю. Даже также делаем обязательно чесночок. Чеснок – это самое лучшее, то, что дает вкус у рыбы, баранины, курицы. Разницы нету. Так. Сюда же мы выдавим остальной лайм. Вот так. Так. Сюда обязательно масло. Все это перемешаем. И добавим нашу рыбку с салмон. Салмон порезать на вот такие кусочки. Не очень большие, не очень длинные, но чтобы вот именно салмон пухленькую часть выберите. Не тоненькую, а пухленькую. И замаринуйте вашу рыбку. У меня здесь немножко больше, но ничего. Мы ее все замаринуем. И убираем в сторону. Что мы делаем дальше? Помоем ручки. Берем противень с бумажкой.
чем больше, тем лучше, потому что когда много овощей, чтобы все вместилось. Сюда мы добавим помидор черри. Очень вкусно подходит помидоры, вот именно черри в это блюдо. Дальше. Сюда обязательно добавим цукини, порезать на 4 части, вот так вот. Очень полезный овощ, так же как и зеленая вот эта фасоль, string beans. Очистите от кончиков, промойте, но не варите, потому что фасоль и брокколи готовятся очень быстро, поэтому их варить преждевременно не нужно. Добавьте брокколи, добавьте оранжевый болгарский перец или красный, или зеленый, но чтобы сладкий был, лучше оранжевый или красный. Выбирайте всегда овощи разного цвета, чтобы у вас блюдо получилось очень красиво. Так, так распределим. Что мы сюда добавляем? Мы берем один чесночок и его нарезаем кольцами. Не знаю, видно, нет. Весь этот чесночек тоже сюда. Берем лук. Надо это подвинуть сейчас. Одну секунду. Берем лук на две части. Маленький лучок. Потом еще на две части. И дальше мы его открываем. Открывайте его и бросайте в свой овощной противень, где вы будете печь овощи. Но больше не режь. Чем толще лук, тем вкуснее получается. И она остается такая сочная и запеченная. Вот так вот. Открывайте лучок. В многих салатах, особенно с баклажанами, я вот так вот делаю. Лучок всегда режу напополам и его открываю. Вот так вот. Настроение хорошее, когда музыка хорошая. Так, дальше. Немножко соли, перец. Овощи всегда можно соль. Можно морковку, можно картошку. Но так как рыба готовится 10 минут, картошка и морковка не получится. Поэтому я сюда ее не добавляю. И, конечно, еще масло оливковое. Сделайте овощам массаж, вот так вот. Нагрейте свою духовку на 375 градусов, пусть она греется, пока вы готовите все овощи. Дальше. Берете грибочек, ставите соломончик. Вот так вот. И каждому вот так вот потом будете подавать. Очень красиво и вкусно. И поставьте свою противень. Если здесь выпирает, вот это вот можете отрезать. И добавить, а пусть она варится, ничего с ней не будет. Вот так вот добавьте свою рыбку красиво. Видите? Получается очень вкусно, очень красиво. Нет человека, чтобы такую вкуснятину не съел. Вот так вот. Сделайте завтра это на шаббат. Я, наверное, вот так вот положу. У меня осталось еще хвостик, я положу сюда. Лишнее не помешает. Теперь маринад от грибов я налью сверху. Добавлю немножко кунжута, сесами. Немножечко. О, какая вкуснятина. Есть желающие в маринад, могут добавить мед, кто любит сладкое, или тарьяки сос. У меня маринады на рыбу simple, очень легкие, поэтому
Вот это вот поставьте в духовку на 10 минут. Дальше. Что мы делаем дальше? Снимаем эти перчатки, они не на нервы действуют. Значит, что мы делаем? Мы сегодня приготовим овощной рулет. Очень многие просят блюда, которые без мяса, там, для вегетарианцев. Не хотят ничего такого мясного, вот этот овощной рулет вам очень понравится. Что для этого надо? Через терку проведите морковь, одну большую морковку, вот так. Потом проведите один зукини, большой, толстый зукини. Насыпьте соль и оставьте. Она дает очень много воды. Эту воду обязательно надо выжать, она здесь не нужна. Так, сюда мы поставим морковку, все это перемешаем. Если вы уже соль в зукини добавили, можете больше соль не добавлять, чтобы он не получился сильно соленый. Но можете добавить черный перчик, если хотите. Я забыла вытащить яйца, одну секунду. Сюда обязательно нужно 3 яйца. Хорошенько взбиваешь, рулет получается очень пышный, красивый такой. Все это добавляйте в ваши овощи. Все это перемешивайте. Хорошенечко перемешайте, чтобы везде было яйцо и равномерно она приготовилась к духовке. Мы сейчас тоже положим в духовку. И она тоже минут 10-15 будет вариться на 375 градусов. Берем вот такой противень. Очень хорошо, когда делаете бумажку, тогда она с бумажки будет хорошо выходить, заворачиваться. Сделайте такой квадратик. Просто рулет, потому что когда он сварится, мы еще заправим его вкусняшками. И очень красиво смотрится на столе. Очень красиво. Это я вам гарантирую. И очень вкусно. Так. Смотрите, какая красота. Овощной рулетик почти готов, только ему осталось спечься. И все. Это в духовку на 10 минут. Что мы делаем дальше, ребята? Смотрите, уже сколько мы всего с вами сделали. Следующий салат называется мемон. Гость, когда вы гости зовете, мемон. Сделайте вот такой салат прикольный. Сама придумала, если честно. Так, что для этого нужно? Нужно отварить или мясо, или курочку. У меня здесь отварная ляжки я отварила. Можно грудинку.
можно тургиев, можно любое мясо, которое вам нравится, вы можете отварить. Поставьте вот в такой тортницу, medium size, среднего размера, красивую тарелочку и выложите всю свою курочку. Когда курочку варите или мясо, обязательно один лавровый листик, соль, чтобы она не была пресная, чтобы она была вкусная. Сверху еще чуть-чуть я добавлю соли, чуть-чуть перчика. Зеленый лук мелко нарезать, прям сверху. Очень красивый, вкусный салатик. Слоеные салаты всегда красивые на столе смотрятся, и вкусные тоже. Потом мы берем пакетик с майонезом, немножечко сделаем сеточку. Так. Потом я отварила морковку, одну большую морковочку или две средние морковочки, провела через терку. И всю вот эту морковку мы поставим. Этот салат без картошки, так что любой человек, который не ест картошечку или ему нельзя, обязательно сделайте этот салат. Очень-очень-очень вкусный. Так вот. Еще немножечко сеточку из майонеза. Вареных яйца. Вы можете вместе и белок, и желток через терку провести, бросить сверху морковочки, распределить, прижать немножко. Если прижмете, он у вас не будет разваливаться, когда вы его откроете. Можете прям в этом кольце оставить, а завтра его открыть и поставить на стол. Вот так, такой класс. Ребята, так, значит, сюда чуть-чуть черного перчика, чуть-чуть соли, чуть-чуть, много не надо. Так, сверху мы поставим манго. Почему манго хорошо сюда подходит? Он кисло-сладкий. Не выбирайте сильно мягкий и не сильно твердый. Он как раз такой вот только начинает смягчаться, вот такой вот. Выберите манго, нарежьте маленькие кубики вот так вот. И разложите вот этот салат. Я уже один раз из киви показывала, один раз из ананаса. В этот раз мы делаем из манго. Я даже из клубники показывала, как я делала один салат. Кисло-сладкие фрукты очень хорошо подходят на салаты, которые вы делаете. Для украшения можно поставить сюда розочку из манго, так вот тоненько нарежьте, поставьте вместе, сделайте розочку. Так. И черные оливки порежьте на маленькие кольца, поставьте сверху. Где
смотри, что видно вам. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Смотрите, как это красиво выглядит. Классно, правда? Теперь нам надо вытереть по углам. Мы сделали такой месс. А салаты не любят месс, особенно если похожи на торты. Надеюсь, что он не развалится у нас. Есть! God bless America! Beautiful! Поверьте, очень вкусно. Вот манго дает эту кислость и сладость в одно время. И очень-очень вкусно получается. Видите, красота какая. Как вот такое на столе увидишь, не съесть, правда? Сразу хочется всю тарелку взять и слопать. Так, давайте дальше, ребята. Значит, сегодня ночной салют у нас не будет салаты. Фасоль или там горох, так что не ждите. Но покажем вам как делать такой простой помидоры, огурцы, свежий салат с фишкой. Значит, берем огурчик, очистите. Хотите, не очищайте, как вы любите. Можно и не очищать. Так, мне надо тарелочку найти. Я, наверное, возьму вот эту. Значит, этот салат нужно нарезать крупно. Если вы нарежете мелко, он превратится в кашу. Только хорошо мелко нарезать салат, когда вы делаете плов, там ачичук называется, или там острый какой-нибудь салат, который подходит к плову, тогда его надо тонко, оно вкуснее. Ну а вообще, чтобы овощи не теряли свой вид, не терялись в салате, обязательно чуть толще, не совсем, но чуть толще нарежьте. Тогда у вас получится очень красивый салат, оригинальный такой, вкусный. Так, нарежем с вами огурчик. Добавим с вами. Еще миска, чем тарелка. Два помидорчика. У меня длинные помидорчики. Они немножко кисленькие, мне нравятся. И на этот салат очень даже подходит. Также помидоры не тонко нарезать. Где-то 2-3 миллиметра каждый слой идет. Значит, лук мы не нарезаем, здесь только идет зелень.
можно петрушечку, можно утробик, можно кинзу. У меня здесь, значит, укроп и кинза вместе. Запах от него идет тропический. Мы сюда выжмем пол лайма. А еще мы добавим сюда сумак. Такая кисленькая приправа из барбариса. Это дает такой интересный вкус этому салату. Как посмотрела когда-то, как иранцы заправляют салат, и они добавили сумак. Я думаю, давай я тоже попробую. Мне так понравилось. И, конечно, авокадо или оливковое масло. Все это перемешаем с вами. Маленькая, но ничего. Какой красивый салатик получается. И пахнет так вкусно. Я обычно люблю немножко кумин добавлять сюда. А в этот раз попробуйте добавить сумак. Он продается, по-моему, уже во всех магазинах. И в русских магазинах, и в иранских магазинах, и в турецких магазинах. В таджикских магазинах есть, я видела. Я туда всегда прихожу к ним покупать рис и всегда нахожу интересные вещи. Возьмите вот такую тарелочку, прозрачную, выложите свой салатик. Так, здесь не нужен лук, ничего лишнего. Такой простой салатик, попробуйте. Обязательно попробуйте сделать. Добавьте вот эту приправу. Больше ничего сюда не надо. Наш рулет почти готов. Сейчас мы все здесь уберем быстренько и начнем дальше заправлять наш рулетик. А потом снимем рыбку и покажем, как это все выглядит на тарелке. Так что stay tuned. Так, столько посуды. Ну а что делать? Так, это нам надо. Это мы все убираем. Значит, что для этого надо? Нужен укроп, нужна побольше чашка. Нужен укроп, обязательно немного майонеза, обязательно, здесь никак без майонеза, чесночок.
маленький чесночок для вкуса. Все это перемешать. Положите на весь ваш вкусненький рулетик. У Алекса опять захмат, у нашей Шурочки. Сейчас я ее включу. В горячем виде, потому что в холодном уже тяжело будет его крутить, вертеть. Не торопитесь, тихонечко. Закрутите его. Красота уже, да? Не знаю, поместится он сюда или нет. Вот так. Смотрите, как красиво уже получилось. Что делаем дальше? Дальше нам нужны сюда орешки. Берем майонезик. Вот так. Дайте ему хорошенько остыть. Даже можете завтра его подать. Так когда он остынет, потом закройте пластиком и положите в холодильник, чтобы он обязательно остыл хорошенечко. И рулетик готов. Овощной рулетик. Зукиня, морковка. 3 яйца спекли 10 минут в духовке. Сверху потом намазали майонезом, чесноком и укропчиком. А сверху рулетика, когда завернули, поставили майонезчик и немножко орешки. Вот, пожалуйста. Приезжай, Миша, приезжай. Дальше. Посмотрим, что с нашей рыбкой. Только надо...
Давайте я сначала сниму рыбку, мне так легче будет. Даже не вмещается в эту тарелочку. Можно так поставить. Красотища! I love this freaking food. Anything with vegetables. Вы можете даже на гриле это сделать. Ой, как это на гриле тоже вкусно. Вы не понимаете. У меня недавно был девичник. И все до сих пор не могут в себя прийти, как я огонь ставила на шашлык, на плов. И все хотят посмотреть, как я это делаю. Но это секрет. Просто пока мой муж придет с работы, у меня терпения нет, я сразу сама мангал включаю. Или гриль. Красотища! Анна, почё? Никого не то. Рыбка готова. Ах, кайф. Нравится, да? I knew it. Можно с этим блюдом танцевать. Знаете, какой класс? So yummy. Ну вот, рыба с портабелло mushrooms, с овощами, по-итальянски. Салат мемон, гость. Видите, какой красивый. Свежий салат с фишкой. И овощной рулетик. Yes, I like big things. Size doesn't matter, guys. Enjoy. Видите, какой кайф. Ну все на этом, ребята. Или вам мало, вам еще хочется? Ай, блин, буду скучать. Жалко, что время быстро идет. Ну а что делать? Самое главное, что мы были все живы-здоровы. Скоро праздник, всех День независимости, чтобы мы всегда были независимы ни от кого, чтобы мы были всегда свободны, чтобы нас никто не трогал, и чтобы мы никого не трогали. Мы и так никого не трогаем. Мы самые добрые люди на свете. Поэтому готовьте, радуйте свою семью, улыбайтесь, и скоро не дождусь в студии готовить для вас. Пока, ребята! Сфотографирую и поставлю между комментариями все блюда, которые я сегодня приготовила, рецепты. Ждите.